Всем привет. Сейчас я вам подкину мотивации. Если вы думаете, что вы занимаетесь полной хуйней, то вспомните меня, который занимается, ну, вот этим вот. Но мне ебать это нравится. Все. Надо будет вырезать. Я думаю, надо будет вырезать. Так, ну все, короче, продолжаем с вами серию. Девятая часть у нас, по-моему, не помню. Так, в прошлой серии мы чё, поговорили с Лукасом. Он сказал нам, что нам надо вот найти труп помощника в зоне обработки. Вот, поэтому сейчас идем в зону обработки. Вот так, вот. Так, все, идем. Окей. Зона обработки. Где у нас зона обработки? Это единственный у меня вопрос. Что за звуки? Ну ладно, где-то в доме, по-моему. Зона обработки. Я не помню точно. Вроде зона обработки где-то в доме. А, вот, зона обработки. Окей, в подвал надо в любом случае. Окей, идем. На моем канале уже 35 сабов. При том, что я начал 2 ноября свой YouTube-блогинг. Хотя нет, у меня канал создал 2 ноября, а записывать начал ролики уже, ну, ноября 4 где-то, как-то так, не помню. Не суть. С 4 ноября сейчас, 14-го, о. 2 дня назад этому каналу исполнилось 10 дней, не лет. Так, ребята, сейчас ищем... Нам надо в зону обработку, в зону обработки найти труп помощника. Я же в зоне обработки. Такая, точнее, если. В какой комнате? Окей. Погнали, ладно. Сейчас поищем получше. Плюнул. Так, ну... Ты что, за мной будешь следить? Можно ли прямо сейчас просто дробовика просто изнести? Все, что им можно там снести. И, как бы говорится, не париться. Так, it's over. Еб, ты чё? Вообще не страшно, ни капельки даже не вздрогнул. Сука. Так, тут мы дрались с дедом, это я помню. А, вот этот труп, да? Похоже, наступило трупное окоченение. Его суставы уже застыли. Да кажется, ты настоящий мужик, сунь голову. Сунь руку в глотку этой свиньи. Окей, налегке вообще. Ключ со змеей. Сюда. Эпок. Ага. Ну поехали. Пропуск на вечеринку искать. Ключ со змеей у меня есть. О. Ага, это, да, я понял, что за проход.
Я помню то, что ключ со змеей, но нужен на втором этаже в доме. Как из подвала сейчас выйти? Хер поймешь. В общем, хер поймешь. Так. Ну конечно. Нет. Ну конечно, сейчас по дому будет бегать кто-то. Ну, удачи ему, в общем. Red Dead Redemption 2. Бам. А, ну конечно, как же без этого-то у нас сегодня? Никак. Ну там еще один маркобес уже спускается. Ну чё сегодня такое-то у нас? Ясно, окей, давайте так. Нормально? Два патрона. Только не говорите, что этот не сдох. Ага. So good. Все, я звоню Солу, чтобы он меня спас. Адвокату, короче, поняли вы, да? Так, вот здесь вот ключ со змеей нужен. Нет, давайте сначала мы сходим вот тут, сюда. Там откроем. Ебать. Чё произошло-то? Ага. Сломано. Ага. Трава. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какая же вонь. Только... Чё? Чё за хрень? С одним из призов конкурса изобретателей. Отлично. Чё, мне надо каждый кубок тут обыскивать? О, кайф. Я не удивлюсь, если он оживет сегодня у нас. Пищевые добавки. Не знаю, что это. Так. Ну, вроде как-то так. Окей. Неплохо. Мне все нравится. Запись идет, идет. Отлично. Так, ну, ребята. Чё? А. Да. Сейчас чувствую, нас будет ждать звездец. Опять эта бабушка. Чувствую, подляночку она мне устроит скоро. Топливо для горелки. Как нет места? Течку, конечно. Место есть всегда для топлива. То же время, что и на остальных часах. А? Отмычка. Нет места. Я возьму вот это вот. Что такое-то сегодня? Да ёпта. Ладно, не возьмем, походу, мы сегодня. Травы могу взять. Так вообще не страшно, вообще ничего не боимся. Опа-на. Рюкзачок. Похоже на чертеж какого-то оружия. Гранатомет? Ясно. Ценное вторжение. Ага, я запомнил. Место мне не надо засорять. Спасибо. Так, травы. Угу.
Так, ну и все, больше тут ничего нет. Так, инвентарь у нас отлично расширился. Теперь я могу забрать эти патроны жесткие, короче, вот. И отмычку. В то же время, что и на остальных часах. Не понял, прикол. Вон часы. Десять, три. А, понял. Если это так работает, то это будет охеренно просто. 10 и 3. Окей. Да ну! Нихерово. Имбовенько. Так, ладно. Какой-то подвал жесткий, жестко под. О боже! Да не, не привыкать, братанчик. Улучшенные пистолетные патроны. Кау. Карточка ключ красная. Ага, я в подвале. Херово. Ладно. Хера, нормальные патроны вообще. Имбовая штука. Я побыстрее отсюда хочу свалить. Страшно. Ой, опять он. Не. Сегодня тебе меня не поймать. Давайте мы сохранимся. Вот здесь, да. Можно здесь сохраниться. Давайте выложим что-нибудь ненужное. Все нужное. Так, ну вот это не надо, я думаю. Так, ладно, окей, вот так пока оставим. Окей. Карточка, ключ. Это красная, окей. Надо еще какую-то карточку, значит, одну, да? Отгадайте загадку в детской комнате. А? В смысле? Там которая? Непонятно. Сейчас сразу запишу серии 5. И потом буду выкладывать каждый день. И все. Первое правило бойцовского клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Ну, это типа ничего не значит, это значит только то, что меня не надо сегодня в этой серии пугать. Вот, спасибо. Это мы читали. Не понимаю, что? Что еще нужно? Отмычка, еще одна. Куда мне столько отмычек? Нихера себе. Надо такое же в комнате сделать. Штучку. Опа. С днем рождения, кассета. Где кассета? Смотреть не понимаю. Игрушный топор, модель дробовика. Ничего, где это таскать-то сегодня? Нет?
Во. Имба. Вообще легко. Не почувствовал даже. О! Так легко. Я думал, будет тяжелее. Блять. Опять места нету. Ну, кассету. Я не знаю, где смотреть кассету. А, ну ее удалить нельзя. Ладно. Ну, аптечка у меня только остается, но. Окей. Сейчас не нужно это использовать. Да что ты? Отлично. Окей, вообще легко. Модель для дробовика вот этого игрушечного не будут забирать, пока что места нету. Места нету. Забрали игрушечный топор зато. Только напугайте меня, я вас убью. Я вас как собак растерзаю. Телепхон. Эй, друг, забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне услышать Мию. Нет, 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 ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь выйти со двора. И давай быстрее, чувак. Все только тебя и ждут. Как он меня бесит, я с дробовика бы ему еблище прям сейчас снес, извиняюсь. За лексикон. Вот так вот. Ему тоже так надо. Нет. Нет, 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 нет. Все. Давайте сохранимся. И. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Пам-пам. Всем удачи и всем пока-пока. Сейчас сразу же буду записывать 10-ю серию вроде бы. Да. Вот. Всем пока.